Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, рука следующая. Лихорадка без потения. Это тяжелое состояние, которое прежде всего сопровождается простудой, повышенной температурой тела. Вот, приступы жара сопровождают человека, то он приходит, то уходит. И это нарушение терморегуляции нашего с вами организма. Так чем же плоха лихорадка без потения? А тем, что потение, сразу же, что пропотеет весь наш с вами иммунитет. Сразу же организм человека задышит. Легкие выбросят негативный потенциал, связанный с тем или иным простудным проявлением, которое человек подцепил где-то, либо где-то его просто... где-то он простудился, скажем так. И что? И сразу же организм задышит, иммунитет задышит, и человек сразу же станет себя чувствовать хорошо. Ему станет легче, ему станет лучше. Вот почему лихорадка без потения переносится любым человеком очень тяжело. Потому что приступ жара, он, знаете, по нарастающей приходит к человеку. А потом, что вот-вот-вот этот жар достигает пика, а потения нет, а человек любой ждет. И есть категория людей, и многие категории людей, скажем так, зависят от того, что мне бы только пропотеть. Мне бы пропотеть, и все, болезнь перестанет атаковать меня. Поэтому, уважаемые зрители, если вас лихорадка без потения, скажем так, донимает, достает вас, то, пожалуйста, точка В11 даджу вам в помощь. Данную точку нужно что? Расслаблять. Прежде всего, ее надо расслабить полностью вот эту вот шейно-воротниковую зону, которая контролирует точка В11 и данный меридиан. И что? Расслабится весь ваш организм в целом, вследствие чего наступит что? Потение. Это хорошо. Дай Бог, чтобы вы пропотели, и болезнь отступит вас. И данная информация, данная точка акупунктуры В11 даджу вам в помощь. Значит, уважаемые зрители, многие задают вопрос. Данная лекция относится как к взрослым людям, так и к детям. Единственное, захотят ли дети лежать на аппликаторе Кузнецова, либо какой массаж вы, скажем так, будете делать в точке В11 даджу. Помните, данную точку нельзя очень сильно тонизировать и активизировать. На нее нужно воздействовать нейтрально. Почему многие задают этот вопрос? Ответ, потому что здесь что? Головной мозг и голова. Чуточку дадите много энергии, энергия поднимется, могут возникнуть головные боли, либо неприятные ощущения в голове. А вот аппликатор Кузнецова, вот он именно хорошо, прекрасно расслабляет данную зону, участок тела и акупунктурную точку. Спасибо за внимание.